Всем привет! Сегодня я буду выводить разных динозавров. Как видите, я уже тут сделал небольшой загончик. Так, тут кто-то драку устроил. Давайте отключим сейчас драки особей. Бежит. Давайте Барионикса красненького выведем. Вот такие у нас получились Бариониксы. Давайте сейчас выведем какого-нибудь, не знаю. Давайте сейчас посмотрим, кто у нас тут есть. Кого-нибудь травоядного. Дайте, погодите. Выйду из карты, я хочу делать загон с индоминусами. Двадцать индоминусов, наверное, хватит. И буду к ним разных. Какой индоминус будет умирать, будет умирать. А в конце будет битва индоминуса и индораптора. Возвращаемся в мир юрского периода и славу Бравлар. Давайте уже начинать делать.
побольше закончик. Леса, наверное, столько хватит для 20 индоминусов воды и еды. Все. Давайте делать индоминусов. Проблемочка. А не. Все нормально, поставить можем. Все. Нам понадобится добавить. Да, вот это. Ну-ка, сколько индоминус теперь делается? О, 20 секунд, тогда вроде бы подольше бы. Один хотя бы будет обычный, беленький. А все остальные давайте будут случайные. Я тебе кролика. Не забываем, что нам надо. Я тебе кролика. Ну, мечезавра сейчас надо убрать с вами. Я ничего завтра удаляю. Этот. Первый индоминус. Второй индоминус. Третий индоминус. Четвертый индоминус. А теперь то все на вскаре и делать. Выпускаю первого. Выходит красавец. Следующий, 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 следующий. Все, все. Ладно, давайте открываем парк. Я доктор Генри Ву. Генетик. Ну, что тут сказать. Индоминус Рекс остается моим любимым творением. Да, природа создала динозавров, но и Рекса создал я. Для этого потребовались длительные исследования, смешивание, добавление, другие манипуляции с генами. И, разумеется, настойчивость. Результатом стал прекрасный и смертоносный гибрид. Альфа-хищник среди альфа-хищников. Так что, пожалуйста, относитесь к нему с вниманием и уважением. Ну, мы сами все слышали. Вот такие у нас получаются индоминусы. Которые, главное, чтобы не убежали. Так, вот тут еще одного. Выходит еще один какой-то. Какого он цвета? Мне кажется, он какой-то зелененький будет. А вы пишите свое мнение в комментариях. Нет, я не угадал, он был белый. Он белый с черным, блин.
Это что вообще? А, это хлеба тирана. Пускаю тебя. Вывожу следующего. А вот этот точно должен быть зеленый. Вот прям точно, точно. Нет. Он не зеленый, он красноватый какой-то. Я не понял. Это было насквозь сейчас прошел. Это было нормально. Извините, пожалуйста, наш доктор Генри. У нас здесь бегают как тараканы все. Ну-ка, а это с какого цвета? Так, красиво. Пока еще выложу. Тут уже зеленоватенький вот такой вот. Сверху такой зелененький, красивенький. И в одно и то же время страшный. Давайте вытащим еще одного из инкубатории. Так. А вот это интересно. Какого он цвета? Обычный, да? Нет, он тоже зелененький. Кажется, или некоторые, они одинаковые. Вот, например, сейчас я вам покажу. Этот пока пусть уходит. Смотрите, вот эти два очень похожи. Просто сверху у них цвет другой. Это наш обычный беленький. Ого, красиво. Ой, красивый. Я не хочу такого тиранорять красивого. Раз. Потом вас. Вытаскиваем следующего. Мне кажется, этот гигант мне сейчас инкубаторию все сломает. Такой гигантский динозавр, который выше даже, чем инкубатория тут. Все, последний ряд. Давайте на ускорение сейчас все тут по-быстрому ускорим.